Спонсор данного выпуска – интернет-магазин nextgame.net. Игровые приставки и все для них. Низкая стоимость, быстрая доставка, работа по всей стране. Друзья, приветствую всех на канале Уголок Геймера, с вами Дангар. И сегодня у нас просто замечательная новость, а мы начинаем прохождение игры Infamous Second Son, второй сын, как у нас перевели. На Sony PlayStation 4. Блин, как я этого ждал, а? Наконец-то на Sony 4 начинают выходить нормальные игры. Хочу отдельное спасибо сказать магазину NextGamers, который предоставили нам данную игру. Так что если у кого-то есть желание купить ее или даже купить приставку PS4, рекомендую вам воспользоваться этой услугой у них. Я не буду спойлерить по поводу предыдущих двух частей Infamous или Infamous. Вообще правильно Infamous, но ладно. Не так понтово это звучит. Ну, хочу сказать то, что если вы что-то теряете... Боком? О, вот это вот интересно. Ху-ху. Блин. Что, друзья? Вот это вот сделано так интересно. Блин. Вот любит, конечно, это у новых игр Соньки вот эти вот вещи. Блин, ну. Охренеть. Даже джойстик шумит, как будто и такой баллончик с краской используем. Вот это вот клево. Блин, друзья. Хулиганим. Как вы знаете, то что наш новый герой, ну, Коу, предыдущей части. А, не буду, говорю, спойлерить. Те, кто люди не видели предыдущей части или не играли в нее, не, ну, в плане сюжета немного еще потеряли, тут все будет преподнесено весьма даже неплохо. Блин, понял. Надо бы, оказывается, было, ну, понял, все. Только вот эти вот закрашивать. Счастье. И по трафаретами мы пользуемся. Да, Коул, ой, какой Коул. Не знаю, я не помню название нашего героя, на самом деле, имя нового. Скажу так, он хулиганистый чувак. И мне это нравится, а? Вот такая вот, как бы, ну, блин, серьезность Коула меня всегда не радовала. В первых частях Инфомуса. Классная идея. Ну, если искусство — это преступление. Вот черт. Думай, Делсин, думай. Любопытно. Он знает то, что... Собрание в длинном доме. Проберусь туда, потусуюсь, и будет не алиби. Да я просто гений преступного мира. Озвучка хорошая, а? Любопытно, знает он то, что он является... проводником или еще нет? Я по всячески пытаюсь игнорировать все. Гениально. Спойлеры. Офигенно, блин. Эй, кто здесь? Со степлером. Да я это, Бетти. Да уберите вы степлер. Ну серьезно. Ты что тут бродишь? В длинном доме же сейчас собрание. Ну.
У меня сегодня что-то настроение не тусовочное. А вы потрясно смотритесь, просто блеск, правда. Что ты там делал на крыше, а? Да ничего, просто... Опять хулиганил? Открывай, я знаю, что ты там. А ну выходи. Сейчас я позвоню Бетти, она через 5 минут будет здесь с ключами. Допрыгался парень. Ну ладно, Бетти, вы что, меня сдадите? У меня нет выбора. Он же коп. Через 5 минут буду здесь с ключами. И если тебя застану... Быть молодец. Спасибо, Бетти. Но это в последний раз. Пойду в кабинет. Чувствую, мне сейчас позвонят. Блин, графика чума, друзья, представляете? Ему что, заняться больше нечем? Найдите черный ход консервного завода. Не. Блин, вообще класс. Это такое обучение для нас. Нужно вон валить отсюда. Вон черный ход, давай. Блин, я джойстик Арсоники, третий генерал в руках. Динайское премия. Привет, премия. Свобода. Вы бы знали, как он у меня запылился. Теперь самое как я ожидал. Пойти в длинный дом и обеспечить алиби. А он кто, индейец, я не пойму, или он что, но... Фанальция. Опаньки. И как вернулся на берег? Я понял, давайте, давай, плыви. Блин, что за бред? Тут опять с водой эта хрень, блин. Я от GTA совсем отвык, то что. И музон классная, а? Блин, GTA, конечно, приручила. Опаньки. Красавец. С этим водным миром своим. Вот. Да уйдите вы! Блин, мир чума сделан как, а? Опа, стоп. Смотрите просто, а? Я чего не раз уже этим путем проходил. Фу, чайка нагадила. Знаете, меня напоминает больше вот по характеру он чем-то. Такая у меня сердце идет не с Колом с первой части Infamous, уже а скорее с Натаном Дрейком из Uncharted. Вот это вот. Сильный черт, ничего не сказать, а? Сколько ж мне тогда лет было? Я, честно говоря... Да лет это, про что? Думаю, то, что он будет такой, знаете, мы будем больше играть за какого-то мажора. А нет, смотрите, такой нормальный чувак, а с характером при этом, а? Ой, упал. Блин, да. Ау. Ладно, привыкну скоро. Вспомню управление. Надо было как Димка, а, помидорка. Больше играть какой-нибудь футбол, хотя к этому геймпаду привыкнуть. Ёберный. Ух ты! Чуть не упал. Упал такое счастье. А любопытно, из копов кто там приехал? Участковый или кто, а? Не смотри вниз, не смотри, не смотри. Ух ты, ё. Никогда не говорите себе, не смотри вниз, когда учишься посмотреть. Пока все идет по плану. Нормально. Блин, да ёперный. Так, открываем дверь. Понятно, вот эти вот движения. А я тут тебя уже обыскался. Ну что, может зайдем? Да. Эй, это что, чувак? Знаешь, какой это позор арестовывать собственного брата снова и снова и снова. А ты перестань его арестовывать снова и снова и снова и снова. Думаешь, это смешно? Нет, ты я не думаю. Ты такой след хочешь оставить в мире? Так ты чтишь память родителей? Актами вандализма? Слушай, в мире полно всякой реально стрёмной фигни, и пока я тут развиваю свой талант, свой талант? Ты хоть вот слышишь, почему ты что всегда ты несёшь? Такой, Реджи? Ну давай, чего отнеси! Ты до меня докопался? От какой реально стрёмной фигни ты нас спасаешь? Я бы тебе объяснил, если бы ты меня послушал! Я-то не в курсе! Реджи! Что?
Смотри. Ох ты. А вот и проводники, я понимаю. Шериф и его брат, которому он плакат рисовал. Да, хорошие у них отношения. Я догоню тех двоих, а ты не подходи, сейчас рванет. Не подходить, машина взорвется. Понял? Конечно, конечно. Блин. Там кто-то есть. Тут кто? Мне нужна помощь. Что тут забыли военные? Реджи, тут помощь нужна. Давай поможем. Ух ты. Охренеть, а. Спасибо. Уж думал, подохну там. Нормально? О, коп! Ох ты, блин. Отпусти! Отпусти его и держи руки на виду, ты понял? Я никого не трону. Мне надо текать, пока ее нет. Я сказал, пусти его, или я стреляю. Рэдж. Господи. Говорю же, я никого не трону. Ух ты, блин. Что-то нафиг? Как я понимаю, наш герой не знает вообще о том, что он проводник. А вот теперь, видимо, Рэдж, пришло время узнать. Что за хрень здесь творится? Рэдж! Где Реджи? И кто это натворил? Вау! Это что такое? Я не... Что за фигня? Что Ху-ху. Происходит со мной? Боже мой, нет! Хватит, хватит, класс. Хватит! Ой-ой. Да что это со мной? Что это со мной? Ха-ха. Охренеть! Охренеть! Я больше не хочу! Рэдж! Рэдж, ты мне очень нужен! Вот так. Сразу вспомнили. Блин. Нет, я пройду здесь. Так, нажмите, чтобы разрешиться между деревом и вспомнить дымовой рывок. Да что ж такое? Рэджи! Что за нафиг? А... Ух ты, блин! Нет! Реджи! Редж, ты живой? Делс, что это было? Я тебя вытащу! Ты же... Я тебя вытащу! Да! Да, и ладно. Как мы его вытащим? Помогай мне толкать! Господи! Нет, нет, нет! Ох ты, что, по-моему... Я ничего не могу с этим сделать, Реджи. Я ничего тихо, не могу. Тихо. Спокойно. Дыши носом. Дыши. Ничего. Ничего. Я один из них. Нет. Даже не думай. Нет. Нет, ты мой брат. Слышишь? Ты мой брат. Да. А это все пройдет. Я обещаю. Мы тебя вылечим. Ты меня понял? Ты понял меня? Да. Нам надо бежать. Поймать этого биотеррориста, пока он не добрался до наших. Понял? Да. Ух ты, ё. Держись. Ты мне нужен. Ладно. Ну что, ладно. Давай. Порядок? Да. Идем. Охренеть, а. Только обещай, что обойдешься без... Рюков, ладно? Я бы до тебя даже добраться не смог, если бы не... Обещай, что этого больше не будет. Ладно, ладно. И не думай, что с тобой произошло что-то хорошее. Нет, наоборот. Шериф, мы не можем войти! Кнопку заело! Бетти все еще там. Обалдеть, блин, замок расплавился. Заперто. А он-то как пролез. А он просочился. Как это? Сейчас покажу. Блин, тут же все смотрят, а? Ну ладно. Делсин тоже биотеррорист. Делсин, значит, а? Ой, нет, блин. Он не...
Ну вот. Когда об этом узнает племя, начнется паника. Ну иди, успокой народ. Так, я за помощью. А ты проверь, там ли Бетти и где биотеррорист. Будь осторожен. Кто знает, на что способны эти уроды. Ага, эти уроды. Один из этих уродов, кстати, мои есть. Блин, начало, конечно, такого, вот ни из одной части такого не было, вот реально живое. Надо что-то делать. Я нужен Бетти. Так, как мне нам пролезть бы? Да блин. Нет. Как мне попасть внутрь? Так. Вентиляционная шахта. Ага, вот это неплохо. Вау. Вентиляция? Понятно. Неплохо, я вам скажу. А парень-то, ой, сообразительный. Плохо дело. Вау. Вау. Ух ты. И даже не больно? Бетти! Вы где, Бетти? Так, что это нахрен-то? Держитесь, Бетти! Ой ты. А вот туда почему-то пройти не можем? Не понял. Какого хрена? Ха-ха! А, должно сработать. Пусть это будет сюрпризом. Блин, ну... Чума просто, а? Бетти, я рядом! Уходите, бабуля! Не подходи ко мне! Да я помочь вам хочу! Не приближайся! Делсон! Я просто хотел внимание отвлечь! Я ж не знал, что тут люди! Что ты со мной сделал? Ты проводник? Бетти... Я потом все объясню. Уходите отсюда, ладно? А? Ну, я валю. Нет уж, верни все как было. Я полжизни провел за решеткой. Ничего, мне сбежать, расплюнуть. Главное дождаться счастливого случая. А когда пришла сила, меня вообще стало не поймать. Только Дес до меня добрался. Да, для нашего брата у них особая тюрьма. Они придумали, как нас повязать, чтобы мы силу применить не могли. Но зато им пришлось самим кормить нас, мыть, даже задницы нам подтирать. Нет, так жить нельзя. Нельзя. А еще там была эта рыжая курва, фанатка иголок и скальпелей. Ох ты, блин. Говорила, что ставит на мне опыты, садюга. Но кто мотает не первый срок, тот знает кое-какие трюки. Нужно только потерпеть. Рано или поздно они облажаются. Кто-то недосмотрит, кто-то сболтнет лишнего. И когда эта стерва нас троих посадила в фургон, я понял... Вот он, мой счастливый случай. Хо-хо. Чувак, ты с характером. Блин, опять сознание потерял. Да что ты... Ты как это? В башку ко мне залез. Я ничего не делал. Ты видел, да? Видел тюрьму, Дес? Попадешься, тебя туда упекут. Эй, стой! Да подожди ты, дай поговори. Вау. Уйди ты, пацан. Отвяжись! Черт. Нет уж, я не отвяжусь. Верни все как было! Слышь, парень, я не в курсах, но похоже тебе пора текать. Почему? Ты же проводник. Ух ты, блин, террорист. Теперь твой девиз «Спасайся, кто может!» Вовремя ко мне пришли. Лично я смываюсь. Сейчас, друзья. И хрен ты меня остановишь. Извините. Так, ко мне тут пришли. Да, блин, иди в жопу, а. Здорово, приятель. Я не отвяжусь. Верни все, как было. Да ничего уже не вернешь. Тогда
У-ху-ху-ху. Покажи мне, как этим управлять! Нету времени! Сюда едет Дес, и она знает, где меня искать! Привет! Эй! Вот, блин, да... Теперь сейчас... Ух ты! Блин, мы... Я не понимаю, то ли мы... Его удары игнорируем. Кто тебя просил? Давай Тора научи постреливать, а? Да блин. Этот пожар отвлечет их маленько на пару минут. Я сваливаю. Не хочу загреметь в Керданке. Я не боюсь. Они гонятся за тобой, а не за мной. Сынок, тебя видели. Тебя здесь знают. Она умеет развязывать языки. Ох ты, блин, а куда ты? А? Удачи, пацан. Ну нет. Не хватало тут сдохнуть среди селенок. Слушай, отпусти меня. Просто дай мне уйти. Никто об этом никогда не узнает. Ну подожди, постой. Давай Эх ты, Хэнк. Как же ты меня разочаровал. Это не вот этот Стерва, да? Все вроде путем, да? Я этого проводника выманил, а вы его сцапали. Вы все молодцы, ребята, молодцы, да. Биотеррориста. Хэнк Дотри. Биотеррорист. Проводниками. Их обычно называют только такие же, как они, предатели. Ты ведь не предатель? Правда? Ну, вроде как нет. Ты нервничаешь? Нет, вовсе нет. Обычно люди нервничают по одной из двух причин. Либо они трусы, либо им есть что скрывать. А может, сучка, я нервничаю при виде красоток, а? Ты был с этим биотеррористом один на один. Он с тобой ничем не делился? То есть... Он что-нибудь рассказывал? Может, поделился какими-нибудь теориями заговора? Нет, он ничем не делился. Я рада. Рада это слышать. Видишь ли, мы ведем с биотеррористами бой. Не на жизнь, а на смерть. И моя задача любой ценой добиться победы. Такая прям... СССР-сью, ё-моё, а? Забавно выходит. Вы же сама биотеррорист, так? Опаньки, поворот. Да. Это кто еще предатель? Говорят, клин клином вышибают. И теперь мне ясно, что ты не трус. А значит, все-таки что-то скрываешь. Что вы делаете? Так нельзя! Рехнулись, у меня есть права! А я уполномочена игнорировать права граждан в случае необходимости. Вот, например, как сейчас. Спрашиваю еще раз. Что произошло? Я вам уже сказал, ничего. Ух ты! Нормально говорят, так. Говорят, это больно. Эй, может быть, я подскажу? Нет, Бетти, нет, не надо! Да ладно. Будешь молчать. Что ж, раз ты не хочешь со мной разговаривать, я поболтаю с этой милой старушкой. Только учти, бетон дурно влияет на старые кости. А если и с ней не выйдет, я найду еще кого-нибудь. И еще, пока не узнаю правду. Ну, скажешь мне что-нибудь? Или лучше обратиться к твоим друзьям? Блин, этот поворот, а? Блин, тут без вариантов, а? Я проводник. Что? Я сказал, что я проводник, ясно?
только что заразился от этого парня. Заразился? Очень смешно. Ох, твою мать, что же она творит, а? Ну, Бетти, может, вы мне честно ответите? Да, говорят, это больно. Повторяешься. Сука. Блин, конечно, я думаю, тут же большинство людей будет проходить за героя, хотя не знаю. Люди, очнитесь! Дарья. Чувак, мощно в шапке спать. Где это моя вообще? Блин. Что происходит? Это ошибка военных. АТС призвали исправить. Длинный дом превратили в больницу? Спасибо за комментарий. Это была Августина Брок, глава департамента единой защиты. Сколько я был в отключке? Знаете что, друзья? Давайте на этом мы на этом закончим нашу первую серию. Я вообще, наверное, хотел это сделать как можно дольше, типа первого взгляда. Блин, подвести итоги, если мне Infamous вообще особо первая, вторая часть никогда не нравилась, короче, я смотрю это. Было, да, оригинально что-то интересное, но вот герои мне никогда не нравились. Коул, вот этот, он был слишком, знаете, слишком нудный, слишком, блин, постоянно ныл о чем-то, постоянно перед этим выбором стоял, а. Ну, не живой персонаж был. Тут же... Хочу сказать, что мне уже очень нравится проработка персонажа. Я вся игра заточена на них. И сделан все весьма интересно. Начало такое интригующее. В общем, ждите следующую серию. Я думаю, сегодня же все это будет выходить. Ну, как все это будет? Несколько первых серий будет выходить, я думаю, 3-4 в ночь. Вечер и в ночь с пятницы на субботу. Надеюсь, вам будет нравиться. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну, в общем, и ждите следующую серию. Блин, классно, я очень доволен. Так что всем большое спасибо. Также большое спасибо магазину nightgame.net. Ну и в общем, увидимся в следующей серии. Всем спасибо, всем пока-пока. We'll be right back.